BRB International представляет. Оле-оле, друзья, меня зовут Олли. Привет, мам. Мы представляем мультсериал. Фамистам. Который снимают звери. Итак. Животные в студию, только животные. В документальных фильмах нас показывали какими-то недоумками. Готовы? Вот еще чуть-чуть и начнем. Ну-ка мне. Оле-оле. Оле. Ну, здравствуйте. Чтобы ты без хвоста знал хвостатых хорошо. Мы тебе покажем это зверо-мультишоу. Чтобы нам двуногий стал товарищ, друг и брат. Мы устроим этот зверо-хит-парад. Совместное производство BRB International и Телесинка по замыслу Педро Видала. Художественные руководители Тоня Гарсия и Карлос Бирн. Композитор Терри Уильсон. Ну-ка, тихо, все, прямой эфир. Эфир! Что вам, Брэм, зачитанный додыр? Когда стучится в дверь? Человеку зверь. И спешит в ваш мир. Из норок и берлок и прочих дыр. Тунимулсы. www.tunimals.com. Кошка. Оле! Как дела, Феликс Бездомный? Привет! Ой, ёшкин кот! Вы знаете, что две трети суток кошки спят? Сойди с моих лап, куриные мозги! Стоп! Где набрали таких второсортных актеров? Придерживайтесь сценария или заменю обоих! Мадам режиссер, какая все-таки у меня мотивация? У моего героя. Что-то я не понимаю. Тут и понимать нечего. Падай с крыши и все дела. Еще раз. Кошка. Первая сцена. Дубль 644 с половинкой. Мотор. Оле-оле, как дела? О, Феликс, мой приятель. Сойди с лап, птичьи мозги. Пицца, Феликс. Стоп! Все, баста, с меня хватит. И почем пицца, любезный? Бесплатно. Этот тип никаких прав не имеет. Вот черным по белому. Параграф первый, пункт первый. Кошка, живое существо, нельзя обращаться с ним как с игрушкой. Ну хорошо, все сначала. И с чувством. Дубль 645. Оле, бездомный Феликс. Какой ужас. Две трети суток, кошки спят. Да-да. И еще мы обожаем загорать. Меня зовут Анджела. Домашний. Самый домашний. Жизнь среди людей размягчает. Она неестественна. Спонсор показа – полотенца Тунималсы. Ищите во всех крупных универмагах города. Котов, каскадеров, сюда! Так вот, бездомных и домашних кошек много объединяет. Я ни капли не похож на этого хлыща. Этот грязнуля отвратительно пахнет. И все равно, друзья мои, вы из семейства кошачьих. Начнем с Рэббит. Контроль за звуком! Это так весело! Благодарю за твой гениальный вклад, хи-хи. Мама Кенга, малыш Панка к съемке готов? Не волнуйся, Пола. А! Он исчез! Где же ты, малыш? Оле, у нас небольшая накладка. Продолжай говорить. Кошки не боятся высоты. Посмотрите, следующий эксперимент. Эксперимент, то бишь? Да, вы знаете, тот самый, где вы прыгаете. Перед соблазном не устоишь? Птичку видите? Какую птичку? Охотничий инстинкт одерживает верх. Я больше не могу. Так близко, лапу протяни. Ее присутствие оскорбительно для вас. Дразнится, издевается. Вы делаете отчаянную попытку достать ее, как вдруг разразилась беда.
Но, к счастью, еще одна общая особенность. Кошки всегда приземляются на лапы. Или почти всегда. Какая жалость. Снято. Блестяще, Оли. Снимаем вторую сцену. Костюм и грим. Тунималсы. Оля, мои ночные друзья. Опускается ночь. Ой. Букашка, я тебя уволю. Поднять небо. Отличный гэг. Оля, только грубовато. Я говорил, что когда наступает ночь, кошки совершают вылазки по окрестностям. Бабаброник, где коты? Хи-хи, на канал Оли. Сыпят, как суслики. Да, они спят 2/3 суток. Правильно. Более того, мы непредсказуемые, дикие, живущие обособленно животные. Не слушайте Феликса, он же бездомный. Мы кошки, мягкие, пушистые, добрые, ласковые. Чего же ты не к человеку приткнулся? Не ешь меня, кот, хоть я и мышь. Мышь, привет. Серия ошибся. Представь мир, в котором кошки и мышки дружат. Тебя гребер ждет. Не пора ли вздремнуть? Сейчас мой сюжет. Кошка, стала третья. Спала. Здрасте. Больше профессионализма. Поднимите солнце выше, вы загубите мою карьеру. Эй! Не надо! Не ешь ты это! Итак, кошки живут во всех крупных центрах популяции человека. Верните мне мою шкуру, я проглочу тебя с потрохами! Не пугай ребенка! Снято! Следующее. Кошки приручают человека. Мотор. Ханка любит кошек. Да. Встречаются еще троглодиты, которые... Ой! Любят швырять котов чем попало. Гляньте. Это ужасно, запомните, друзья. Слушайте внимательно, Ханка, статья 15 запрещает кидать что-либо в кошек. Пирамида? Ничего не понимаю. Что это значит? Понятия не имею. Оли, позволь мне разъяснить. Безусловно, именно египтяне первыми приручили кошек много-много веков назад. Вздор! То есть я хотел сказать, с тех пор, как мы составляем компанию человеку. Заткни ему пасть, достал. Смерть кошки навевала такую печаль на египтян, что они выщипывали себе брови. Больно. Тишина на площадке, начинаем четвертую сцену. Броник. Нет проблем. Добро пожаловать на шоу Броника. Брони-брони, ууу. Это шоу не рекомендуется для серьезно настроенных людей. Спасибо, вы слишком добры. Минуточку, кто дал добро на подобное шоу? Отгадай с 3 раз. Хи-хи, веселиться. Мое шоу будет самым безбашенным. Встречайте моего первого гостя, Феликс Бездомный. Похоже, что здесь не дадут добрать свои 2/3 сна. У него 30 острых зубов. Это плотоядное семейство кошачьих. Не вижу ничего смешного. Для тебя сейчас сделаем, Оли. Темноту, пожалуйста. Броник, тут я командую. Темноту, пожалуйста. Итак, усатый, как ночное видение? А? Ты это серьезно? Дай чуток поспать. Ну, что ты видишь? Палец гориллы. Очень смешно. Еще меньше света. Твое секретное оружие в темноте у кошек. Зрачок расширяется почти во весь глаз. Обезьяна права. Коты отлично видят в темноте. Хватит, Броник, твое представление ничуть не забавно. А я считаю, что очень недурно. Хи-хи, там красы. Хи-хи, лучше всех. Хватит дурачиться, хи-хи. Хи-хи, король караоке. Да-да. Кися, кися. Иди сюда, малыш. Ай! Для следующей сцены нужна малая кошка. Замечательно. Я малая кошка. Саблезубый — это крестный отец среди котов. А тебе понравится работать с людьми? Передача прервана. Хи-хи! Все под контролем. Я люблю людей. Целиком жаль есть. Парень просто зверюга. Кися, кися, поиграем. Ах ты! Оставь ребенка в покое! Да, этот зверь впечатляет. Видать, крепкий орешек, а?
Как тебе это, Броник? Прекрасный экземпляр. Короткошерстной кошки. Что? Шотландская веслоухая. Единственная порода, у которой уши вниз. Не смейся. Я не думал. Не расслышал. Я и не думал смеяться. Я из короткошерстных. С длинной вон там. Отлично. Идеально для этой сцены. Извини, Оли, длинношерстный, как это, в большой цене. Особенно ангурский, как я. Ишь, задавака, сейчас бреем. Теперь понятно, что ты имел в виду. А что? Ничего, это не к спеху. Ханка передумала. Как представитель Лиги защиты Тунемулцев, я заявляю два пункта. Первый – смените парикмахера. И второй – как гласит статья 8, пункт Б, кошек запрещено запугивать физически в любом виде. На этой серьезной ноте мы попросим не отпускать сальных шуточек в адрес нашего следующего гостя. Кот Сфинкс без шерсти. Никаких гэгов по поводу лысых. Это дурной вкус. Не перебивай волосинки, Оли! Лысая красотка, каждая шерстинка на вес золота. Кот лысая красотка, каждая шерстинка на вес золота. Только шепнешь человеку на ушко, а он уже горланит обо всем. Люди начисто лишены такта. С таких кошечек надо пылинки сдувать. Привет, ма. Привет, мам. Мадам. О, сэр, какое милое платье. Это килт? Почему в семействе кошачьих самки в таком почете? Возьми, к примеру, Кэти. Идеальная мать. Четверть здоровых, счастливых котят. Брысь, пушистики. Я не котят, я овец считаю. Кого-то они напоминают мне. Папа. Это твои дети. Откуда мне знать? В этом году у тебя бойфрендов больше, чем у Клеопатры. Да, но ты особенный. Правда? Ну, разумеется, снимаем кошачье свидание. У меня была птичка. В этот период от нас, кошек, исходит ничем не одолимый запах, говорящий: мне нужен кот, мне нужен кот, мне нужен кот. Хи-хи! Влюбился. Привет, красавчик. Еще минутку, ма. Зачем мы потерлись усами? А на кошачьем языке это означает: мы с тобой пара. Я люблю тебя, как продолжительный сон. И у тебя, мой милый бездомный. Мы из разных миров, но... Что? Ты! Попробуй этот чудный одеколон. Проснись. Спим две трети, говоришь? Я мышь, но не ешь меня. Представь мир. Не сейчас, мышц. Это любовная сцена. Подожди своей очереди. Снимаем дальше. Слушай сюда, Соня недощипанная. Я гуляю, сопротивление бесполезно, мне нужен бойфренд. Хи-хи, готов быть бойфрендом. Исчезни, урод. Дом, милый дом. Переходим на кухню. Я же говорил, не та дверь. Только не надо, так холодно со мной. Ну, и сколько раз в году кошка гуляет, мама-кенгуру? Кэти, окно. Кэти, к вам гости. Несколько раз. Слишком часто из-за них случаются драки. Я ее первый увидел. Пока они разбираются, я прощупаю обстановку. Мадам, я готов защитить вашу честь. Размечтался. Брысь отсюда! Прости, Оля, кошки в этот период не в настроении. Понятно, и сколько времени длится беременность? Недолго, всего дней 65. Начинаем обратный отсчет. Теперь ей надо найти чистое, темное и тихое место, где ей никто не помешает. Это тебе не документашка о дикой природе. Чтобы родить, мне требуется уединение! О, боже! Вылезай! Я вся промокла! Расслабься, Катя нашла идеальное место. Эй, это моя гардеробная! Ты еще пожалеешь об этом. Постыдись, мышц. Ведешь себя как мафиози. Прелесть, да? Но... Мне все нравятся. И правду говорят, лысый — это классно.
Нормальный окот. Обычно появляется 3-4 котенка. И нет одного отца. От хихи ничего. Сгинь, пятнистый. Стоп! Реклама! Ваш пушистик оставляет нежелательные дары, как то шерстинки, неприятные запахи и прочее. Мусорный бачок от хихи – идеальный выбор для кошек. Да, хихи, с бачок. Спонсирует нашу викторину. Сегодня нас интересует рекордное число котят в приплоде. Сколько котят? Вариант А – 9, вариант Б – 11. Вариант С – 14 штук. Оставайтесь с нами, и в конце серии вы узнаете правильный ответ. Замечательно, просто отпад. Что такое, Анжела? Я могу чем-то помочь? Кэти ушла на поиски нового бойфренда, а мне поручила научить котят охотиться. Квалификации тебе не занимать. У домашней кошки охотничий инстинкт не слабее, чем у дикой. Ни в жизни не поверил, если б собственными глазами не видел. Что это за письма? От твоих поклонников, Оли, все они хотят знать, какого цвета у тебя глаза. А помните, кто и как поплатился за свое любопытство? Отвяжись. Ах ты, маленький. Учись, пока Анжела жив, сынуля. Обучающие игры. Кошкам нужно гоняться за кем-то. Вовремя подмечено. Небольшое юркое существо, возможно, с длинным хвостом, за которое удобно хватать. Мы поняли. Как всегда говорила мама, мышц, ты болтун. Меня здесь нет. Начинаем охоту. Детки, за мной. Эй, вы же... Дети. Стоп, не снимайте. Что стряслось, Оли? Дети не желают следовать сценарию. Прости, Оли, но котята так легко отвлекаются на любое движение. Что встали? Я от рекламы отказался ради этой съемки. А что, камера еще работает? Монтаж – высокое искусство! Прибегнув к хитрости, кот настигает грызуна. Не ешь меня, да я мышь, но представь мир, в котором... Мышцы, они не станут тебя есть, лишь поиграют немного. Какое унижение для артиста с большой буквы. От мышей меня тошнит. На Бродвее меня на руках носили, между прочим. Домашние кошки не едят мышей, мы гораздо цивилизованнее. Это правда, Гризли? Гризли! Это правда, Гризли? Ты сказал, да? Извини, я не правдовед, а повар. Причем с обожженной лапой. Сказать пару слов в адрес мадам режиссера, да? Лучше попробуй поорать чувством. Медведь не дотягивает. Покажи-ка ему хихи. Вот это с чувством. Барбекю, ха-ха, как и голодные. Некоторым ханкам не хватает ласки. Если кошки не съедают добычу, чем же они питаются? Воды, воды, воды. Вода всем нужна, а что они едят? Все зависит от ассортимента съестных припасов, доступных им. Сейчас посмотрим. Кошки привередливы, поэтому им подавай все высшего качества. Прошу прощения, сэр. Вы намекаете, что коты выуживают еду из помойки? Что же это за обслуживание такое? А если там птипекс а-ля шансон де ла Патри? Неужели откажешься? Мы домашние никогда. Я гурман. Смотрите, фокус-фокус. А ухоженные кошки какая рекомендована диета? Различные крупы, молоко. Рис, овощи, мясо и, конечно, рыба. Нас будут кормить или как? Сейчас. По сути, у всех кошек потребности в еде одинаковые. Кошачий яд. Презренная практика, но, к счастью, в 20-й статье говорится о надлежащем наказании. Закрутим по усам. Фу, омерзительный запах. Я пробую все подряд, но только не с таким душком. Кошка не станет ни пить, ни есть то, что пахнет как-то не так. Хихи обожает все, что дурно пахнет. Вкусно, очень вкусно. Вот видите, у вас сколько общего. Физические данные, диета. Нет, с этим чистоплюем нам не по пути. И я, как он, да его шкура не ведает, что такое щетка. Дело поправимое. Сконцентрируйтесь на часах, вы под моим влиянием.
Как скажешь, Оли. Анджела, ты король бездомных, Феликс. Ты абсолютно домашний. Ага, я король улицы. Мяу, пустите, я жрать хочу. Надо быть тоньше. Продемонстрируй свою привязанность, иначе тебя не возьмут. Неужели? Киска. Да, но... Бэйби любит кисю. Милый дом. Такой чистый. Домашние кошки все проверят. А конкуренции мы не терпим. Не слышу. Как все кошачьи, домашняя кошка метит когтями свою территорию. Метки мочой – еще один проверенный метод. Правда? Да, не обижайтесь, если ваша кошка сделала это почти на вас. Они считают вас частью своей территории. Эй, что ты делаешь, малыш? Я удаляюсь. Через окно. Несмотря на столь юный возраст, обращаю твое внимание на пятую статью, где сказано, что кошек надо уважать как... противный карапуз. Я просто пометил территорию. Уйди оттуда, сфинкс. Так, начали. Территориальный спор, как мы репетировали. Ага, милая мордаха, это твой участок. Все наоборот, прочти сценарий. Да, это мой участок. Ох ты, морда, драться давай. Нет, пауза, угрожающая поза, альтернатива драки. Так достаточно? Не совсем. Агрессивная кошка выгибает спину, шерсть дыбом. И, наконец, она жутко шипит. Понял? Мой парикмахер упал бы в обморок. Мяу, как страшно, я напуган, я в ужасе. Значит, я устрашение города. Куда там? Ты отлично справился с ролью бездомного. Но до жуткого ханка тебе далеко. Попался, котяра. Отлов кошек – омерзительное явление. Я справился с ролью бездомного? Так значит, Феликс, ты мой... Кися, братик, обнимемся, дружок. Дай мне погладить тебя по шерсти, мы отлично поладим. Отвали, грызун. Домашние или бездомные, в глубине души вы все одинаковые. А Сыч ведь прав, брат. Ты такой, какой есть, верно? Душевная концовка с практическими выводами. Панка любит кисю. Когда хихи рядом, коты должны быть начеку. Я сотру хмылку с твоей морды. Счастливый конец, это замечательно. Ты согласен, Кристофер? Был бы счастливый, если бы этот безмозглый научился любить кошек и не издевался над ними. Дружите со всем кошачьим семейством. Устами мыши гласит сердце. Давайте запечатлим сей дивный миг для потомства все вместе. Мяу! Что это, Оли? Оригинал. Гризли! Обращайся с ним предельно аккуратно. Оли! Оли! А если подклеить эту сцену сюда, сойдет? Похоже, нет. Традиционная ферма, превращенная в настоящий концлагерь, вдохновит Олли и Кристофера на самый безумный бунт в истории тунималцев. Истеричная курица, чопорная корова, глухой баран и козел со скверным характером составит четверку отважных до безумия заключенных, готовых добиться свободы любой ценой. Но все непросто. Умеют ли козы взбираться на крышу? Сколько килограммов шерсти дает овца? Все это вы узнаете из следующей серии тунималцев. Оле, оле!